Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас всех видеть. И сегодня мы хотим представить наши песни. Я, композитор Андрей Быков, и вот на стихи поэта Ирины Аваховой и Светланы Остапченко. И сегодня помогать мне в этом будут Павел Юрасов, рояль. Паша, поздравляю, первый аплодисмент сорвал, молодец. А сейчас, пожалуйста, не хлопайте второму участнику, Дмитрий Тарасов. А там больше хлопайте. И первая песня, песня называется «Ветер». Исполнять ее будет Ирина Аверина. А я пока откланиваюсь. И я опять встал.
Спасибо, господа, спасибо. Песен у нас много, поэтому торопимся. И следующим исполнителем я с удовольствием объявляю Ирину Осипову с песней «Улетаю». А куда мы будем улетать, она нам сейчас расскажет. Косноязычных ведущих в мире, я еще по совместительству являющий исполнителем на вот такой вот большой железной трубе. Инструмент с мужским характером. А пьесу я сыграю лиричную. И называется она «Загородные грезы». Внимание на экран. Thank you.
романтически близко. Следующая песня называется «Белые ночи». И исполняет ее Екатерина Кудрявцева. Встречайте. У меня такое ощущение, что вы знакомы. А я сделаю маленькую рокировочку. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, мои дорогие. Мы-то с вами знаем друг друга. И знаем, что зовут меня Елена. Вот, да. Но это не страшно. Ничего страшного, Андрей. Мы с вами только начали сотрудничать, поэтому все прекрасно. Вот, а у нас действительно сейчас... мы никуда с вами не полетим, потому что у нас сейчас белые ночи. Правда? День рождения. Я узнавал.
сейчас я хочу вам показать наши совместные снимки. Сейчас, нет, это похоже. Да, правильно. Я приглашаю на сцену Ирину Аверину с песней «Меня волнует все». Ирина,
вот объясни мне, вот, а вот что ты сейчас вот голосом делал это ау-ау-ау-ау-ау? Это, как это называется, как это вокальная техника называется? Вокаль... На хорошую погоду, я знаю. Вспомнить слова. Да, вспомнить слова. Ну, как ты ученикам? Вообще, это называется, конечно, импровизация, это когда в данное мгновение рождается какая-то мелодия своя, музыка, на заданную гармонию, которая не мешает ни музыкантам. И сейчас я хочу представить одно из наших вот недавних творений, наших с Ириной Аваковой. Песня называется «Хочу построить правильно». Солнце,
представить нашу новую участницу и моего новую соавторшу. Работаем-то мы с ней давно. Итак, как большой артист настоящий, из зала к нам на сцену поднимается Светлана Светлая. Она первая? Здравствуйте, это Светлана Светлая. Светлана, какую песню ты нам исполнишь? Правильно. Я думал, песня будет «Почему я опоздала?» Я не хочу об этом петь. Я задержалась. Когда вы должны были это петь? Не, ну это частушка получится, а вы же знаете мои рифмы. Музыка Андрея Быкова. А почему день серый?
Соло-гитара Дмитрий Тарасов. И я передаю микрофон. Я прекрасно обхожусь без микрофона, правильно? Прекрасно. Павел, вам есть что нам сыграть, я слышал. Как называется ваше творение? Интересная предыстория. Я сегодня собирался совершенно другую вещь сыграть. Но на репетиции у Андрея я случайно показал свой набросок, который я ни разу не исполнял. И Андрею понравилось, и я решил его сегодня исполнить. У вещи практически нет еще оконченного названия, черновое название «Вечер в Америке». Мы можем придумать название зрительного зала, может быть, будут идеи какие-нибудь? Это будет интересно. После разные исполнения, да. Маленький секрет, Павел тоже композитор. Андрей, я бы хотела все-таки кому-то передать микрофон. Я могу уйти с ним. Дело в том, что я сегодня был приятно удивлен, когда оказалось, что в этом зале такое прекрасное оборудование, шикарный рояль. Как правило, они встречаются часто только там, где исполняют академическую музыку. Поэтому я сегодня рассчитывал аккомпанировать на синтезаторе, но не смог удержаться от соблазна на таком шикарном инструменте играть. Но аккомпанировать мне сейчас все равно будет синтезатор. Поэтому небольшой. Он в цветах спрятан. Он спрятан скромно в углу сцены. Я и говорю цвета. Thank you.
передали слово. Путешествие на воздушном шаре. Капли дождя я бы назвала. Да. Вот вы, видимо, хороший экстрасенс. Вы чуть-чуть позже это проявите. Петербургская вот так вот. Ева, мне очень понравилось. А вот знаешь, вот у нас с тобой, извини, что на ты. Вот, мы вот, просто с Андреем третий десяток дружим. И у обоих у нас родинка на левом плече. У нас ну, стилистически совпадают вкусы, то есть это поп-музыка в широком смысле 70-х, 80-х годов. Вот. И я сейчас вот когда слушал Пашу, я вот вспомнил себя ребенком, в видеосалоне я смотрю фильмы про Терминатора, про вот, Рэмбо, про кого-то еще, вот это вот очень напоминает вот из тех времен, вот, исполнительские приемы. И сейчас я хочу объявить один маленький секрет, что Елена Кудрявцева и Екатерина Кудрявцева — это один и тот же человек. И она сейчас поднимется к нам на сцену. Все, заканчиваю, заканчиваю. Пьеса с говорящим названием. Как называется пьеса? Ты ушел? Уходи. Нет, я могу еще раз. Давай еще раз. Ты ушел? Уходи. Я простила тебя, я вспыхнула.
сказали, уходи. Но я, да, но юридически я возвращаюсь как неведущий. У меня отразима. И скупая мужская слеза. А сейчас вот внимание на экран. Пьеса называется «Во сне и наяву». Thank you.
Ночь, новый день зовет волшеб.
А вообще я завидую своим соавторшам, что они вот в зале сидят и получают особое удовольствие, недоступное мне. Ничего. Следующая песня называется «Очарованные слова Светланы Остапчик». Номер 17. Ирина Осипова.
День влюбленных. Ну и Ольга от него. Здравствуйте, здравствуйте все. Хорошо. Павел,
вероятно, можете понять, что некоторые люди могут чувствовать и предвидеть очень интересно и очень точно. Практически, ну, как настоящие экстрасенсы, будущее. Один из вариантов был, вот я помню, мне сказали, капельки дождя. Вот композицию, которую я хочу вам сейчас сыграть, я назвал «Танец света и дождя». Thank you.
он называется Jumbo Jet. В переводе большой слон. И вот здесь одежду стали производить. Ну, у вас бицепс больше спорить не будет. Производить, да. Сейчас, а что у нас следующее? А? Произведение называется Moon Story. Лунная история. Можно? Внимание на экран. Thank you.
Александровича. Спасибо. Спасибо за действие. Ну, а у нас есть одна артистка, которая принципиально выходит из зала. Уже тенденция. Итак, Светлана Светлая. Ввиду того, что мы с музыкантами не успели подготовиться, мы вас послушаем. Светлана Светлая, композитор Андрей Быков, стихи Светлана Оставщик. «Лунное зеркало». Уже звучала тема «Луны и ночи», я бы хотела ее продолжить. Я его давно знаю, а я пока вот так.
А в следующий раз будет Светлана темная? Это зависит от вас, Андрей. То есть от протона, антипротон, вот там нейтрино, нейтрино. Темное и так далее. Чёрное. Ну, квантовой физики, блин. Да, вижу, да. Я точнее буду говорить. Сейчас, внимание на экран. Да? Сейчас, пока не включайте. Пьеса называется «Задира». К своим инструментальным пьесам я довольно долго подбираю название. А картинки я, которые выбирал, вот, выбирал их долго. Вот, и когда я вот эти картинки начал видеть в своей кошке, я понял, что хватит искать картинки. Итак, произведение называется «Задира». Внимание на экран. Thank you.
снимающих отправлять это видео, в том числе и нам. И фото тоже. Мы скажем большое спасибо. Вот. И у нас осталось две последних вещи. Триумф от окончания концерта разделят между собой Ирина Аверина и Алена Трофимова. Ирина первая. Кстати, императрица. Ирина первая. Поэтесса Ирина Авакова решила догнать поэтессу Светлану Оставчик, это не Хармс, это моя история, вот, в написании хороших текстов на вот такие заковыристые мелодии. Вот. Я думал, что вот на эту пьесу вот написать слова невозможно в принципе, но вот у Ирины получилось. Вот. Я замолкаю.